этого не понимаешь? Зачем вступать из-за вагона? Ты, Ваня, сколько упал из скобков, Ваня? 3, по-моему, или 4. С первого квартала 2, а тут, по-моему, или 2, или 3, не помню точно. Не могу, я уже давно бы скинул. Так, давайте ресайте. Карака там АФК шестрём, похилите пока. Скиньте с крыши с Джерион, это ты можешь. Давайте фулбафы, ставь я там рыбку кушать, пристые ханты на кинетике, там падает кинетика. Я катушку себе на ханта забираю, если шо. Ребафните кулак, Роги. Аня на кинетике, да? Да, я на кинетике. Кинетик, если кулак. Там падает много кинетик, то я ЭП, короче, РДшником всем. А, парни, может вы подскажете, как можно с России выслать деньги в Украину, если это небольшая сумма? Дайте лапу, пройду лапу. Какая комиссия в WebMoney на снятие? Не знаю, давайте чек на пул. ДК на двоих, толдорама на БДК напуливаем. Или беседа. Да. Беседа просто болтанчик. Давайте запустили, начинаем. В Украине уже полкиви нету. Мазов запретили. Че, вам фрукты скоро есть и запретят, блядь? Теперь вы видите, насколько мы сильны. Кал все. Ты готов? Ты сейчас она будет бегать. Бежим. Если у вас мало хп, ждите, пока вас захилят. Кинетика падает. Она будет еще раз разбежаться, скажу когда. Стать, ну ладно, не давайте уже. Бежим. Давайте Крис это точно бьем. Ждите, пока вас захилят. Крис это точно там бейте. Реснуть кого-нибудь. Не бейте, только да, ресай пимпа. Типа демона. Она висит. Сторожила ресы. Ну у меня КД там сколько? 17 секунд. Реснешь. Чего вы ебните? Она же висит в воздухе. Она странная какая-то. Притягивай, такая. Так, давайте, толдорам объем. Дайте рост, хилы, рден, ренжу, смотрим там голема. Разряжаем. Так, бля, что там кинетика не бьется? На что, в текстурах? Сейчас улетишь. Смотри, там голема сейчас кастовать будет. Дайте рост. Рост. Кастует на ком-то там. Агашек, беги. Так, еще раз кастует вроде. Сатрара беги. Добивайте Волнара. Надо будет разбежаться, еще скажу, когда готовьтесь, бежим. Что-то как-то много у него. Надо будет еще раз разбежаться, готовьтесь. Бежим.
Сливайте Келисет, уже там все бейте прямо. Катушка упала и кольцо. Дайте гимн на ману там хилам, ставьте тотемы. Идите расчистите. Можно, можно заменить меня, Эрдру? Кем? Ну, блядь, я хуй его знаю. А надо найти себе какой-то кем? Ну да. Ну, просто я такой тип, что я незаменим, пиздец. Кассандра кому-то? Ну там будет заменить. А ты уходишь, Антон? Нормально, сейчас быстро дойдем. Слава тебе, это голова надо? Да, меткость охуенная. Я не знаю, правда, ловкость помешает, наверное. Чистить трэш, сейчас отойду буквально 2 минутки. А, никто не знает, на кольце разрушения за репу. А меткость есть? Да. Сейчас меткости капс. Когда ты паладина уже вкачаешь? Ой, блядь, ты... мне еще надо мага вкачать. Кто там еще есть? Мага? Потом кто? Потом убрался. А пугал можно? Не. Я вот не знаю даже, мне потом шаман, а потом хан. Он, давай мне 1300, я тебе заменю хилом. А нам именно хил нужен? Ну, по сути, кралька хилит лучше меня, типа, поэтому не обязательно. Лучше там ватные боссы. Ты же позволишь девочке себя перехилить. И так свалишь, поджав хвост. Да-да, чтобы не захейтили, чё там. Вон, короче, Мунбимка хочет в ЦЛК. Дай ей пати. Сейчас. Я пойду на покой. Удачи вам, пацаны. Убейте там лича. Ты чё, блядь, просто подбегал туда? Там мне всё равно тут нехуй ловить. Трэш, ладно, хоть не помог. Залейте маны. А кто-то знает вендетту ханта? Чё-то знакомое, я с ним вроде недавно куда-то ходил. Он с кнутова или откуда? Откуда? С кнутова или откуда он? Не помню. Ладно, парни, всем вам добра. Не скучайте без меня. Пока. Дайте лапу. Лапу по райду. Можно? Ахан, или тут? И кину. Ой, бафни тебе бесполезные совы лап. Рыба есть? Рыба есть?
Нет, стоит если там кабанчик классно, который увеличивает размер. Че, без звания убьем? Пошли, Али. У нас Ваня внизу, АФК. А кто подписывал наш? Из него убьем, чё вы гоните? Бахните, пожалуйста, крест. Инту. Не, я говорю, пошли, Али. Хагрите. Так сидит вон ДК. Вставай давай. Пряник, ты тут? Пряник, ты тут? А где Ваня? В Германии. Пряник, пуляй, босс. Он АФК. Ну спекните что-нибудь танк, он на СГУ есть. Так давайте вообще 5 человек, пойдем бить остальные по себе. Вот, спекайся. У нас ДД мало, не надо. А есть там у кого чекнуть? Нет. Ваня, Ваня, дораму выключай. Ваня, есть какая дорама там? Про бои что-нибудь. Войт, почему осколки не падают в норме у меня, Войт? Я откуда знаю, я что, писал лучше? Знаешь почему? Почему? Потому что я тебе беру всегда это ебучий с собой. Ебать. В смысле? Ты хочешь сказать, когда я иду с собой, не падают осколки? Спекнитесь кто-то в этого, в танк, это идите себе танчик. Так у тебя спекнитесь. О, пряник пришел, нет, пряник пуляй босса. Пряник пришел. Так, я тут иду, иду. Постойте, не пуляйте. Там вместе что ли? Сейчас бегу, прям мчусь на крыльях. Все, даже саманули, все, давайте все тут. Чек на пул. Варенька ГП. Спулили кто-то, давайте, давите. Я сейчас только шубу кусни на танках. Я голодна. Нормально, ладно. Давайте там кусай, сам разберешься. Встаньте в ренжу между собой. Твой тупус поймал с собой. Там кеншевым. Слав повезет, если тебе посох упадет, да? Нет, там камни красные, лучше тут. Камни, блять. Ты хоть эти бомжовые на плюс 12 СПД вставь. Че, довмор глыба? Ты ему комплимент сделал? Нет, говорит камень. Да нет, типа Shadow Morn глыба. Да они на нем тени были. Знаю, забил. Слишком сложно. Бля. Ларби, где злой, короче, в личку пишет.
Только что ДФБ не сделали из-за того, что, короче, чел не снял накидку. Лол, блядь. Какую накидку? Накидку, в смысле, не плачь? Ну, накидку, в смысле, накидку. Ну, блин, просто гильдейскую накидку. Че, снимать надо? Может, да. Первого уровня вроде. Сука, ору, блядь. Так, сбегитесь, кто ты там? Спать там, алло. Куда ты бежишь, тупой охой этот, маг? Лок, побежал, давайте, от лужи отошли все, отойдите в центре лужи. Не резайте его, давайте, в ренжу уж этот, старая, давай гимна хп, старая. А потом на ману споешь, что там поставите. Бейте вара, тут сейчас нас всех порежет нафиг. Бейте вара. Наберите там режу между собой, хильте лайф, че вы сейчас, сдохнем. Блять, еще и вихрь дали, вы че вообще конченые. Бейте его просто. Блять, идите нахуй со своими вихрями, вы че больные? Так, слава лесы простью. Бомбинка ареса их Дервана. Чему ж Гер? Сейчас ресните их, захиливайте. Просто ресайте, дайте Геру. Геру давайте бьем. Бейте ножу между собой, там в центре вас дохера, что я смотрю, стоит. От луж отходим, смотрим, сейчас будут тени. Герцогиня Бабл. От луж отходим. Начинаем представление. Наберите ножи между собой. Добивайте. Там укус только не прослакайте. 8 секунд, 4 секунды, 2. Беги, малышка, беги! О, Кали. Рольте на мой спек, Кали, рольте там что-то мут опять. Сейчас 5 секунд. Так, крольте. Токен. Сам тебе надо? Вот там без них который. Ну бас. Да, на Кинге упали. Ну мы не упали, так что не буду кидать. Покорите, надо кому-то и защитник обычный. Там, ДК прянику, прохопчику дам тогда. То вихревал тоже, зачем вара в вихрь кидать, его убить надо. Или что, вихрь 45 секунд? Нет, вихрь 5 секунд. Не, это не я был. Лаук стоит перенял, что ли, 3 минуса будет занять. Обнажите клинки, соратники! Фрайгулы насмерть будут стоять за королеву льда! Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни! Прибыли наши герои! За их помощью мы пробьемся через зал! Скрывайте массами это все.
Так, сливайте. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Патики. Или там ДТМ поставьте. Дайте гимн на ману, РД звездочка, Амелики печенька. Королька, я так рада слышать твой голос, ты не представляешь. Не услышала что? Я говорю, рада слышать твой голос. Спустя 4 года. Ну да. Мой писюн тоже рад. Мой писюн никто не спрашивал. Это жестко. Она тебя послушает. Так, давайте сливаем. Так, относительно со смерти. Давайте все в печеньку играем, чтобы она этих бомжей не расплодила. Давайте печеньку собьем, потом звездочку собьем. Давайте сливайте массами, потом звездочку зальем так. Подождать, пока стремится бой, или бэр? Подожди. А, ну не фидот. Прошу, зажгите мои останки. Хочу согреть. Да, не мог дотянуться до верхней полки. Что за спик какой-то конченый, маленькая. Я не соу, часто соуха не вкачал. Давайте, срезайте там павших, пока танки идите наверх, танчите, милики не подходим, РД сливайте массами. Хильте танков только, хорошо, хильте. Теперь меня ничто не спасет. Продолжайте сражаться, братья. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Дайте мозба. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного города. Давайте, бурсы на вальке, не жалейте. Вернете наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Добивайте капитанов, наверх не идите. Что я наделал? Феерический финал! Так, кто тут хила может спекаться? Я. А в... давай в танк, давай спекайся в хила, тогда на сгул спекайся в БДК. Мизантроп тоже в хила. Так, да получается рейд хилит.
Кралька и Мумбинка, все остальные на Вальке будете хилить, за лайфом будете летать, поставили него печей. Так, давайте, фулл баф. Что-то был лайф, ставим сейчас в мой. Вар дайте шкаф. Тягните на сумму. Я слышу, пацаны. Так, сейчас хилиману отопьют. Что там по бафам? Вроде все есть. Дайте каску варам. Да и все, ладно, давайте чек на пул. Что там лайф? Готов? Ну, почти. Ну, давайте пулим танки. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Давайте его я по толстого сливайте. Валдырного можно косты сбивать, чтобы он не взрывался. Фаер пошел. Смотрим, подавление сейчас будет выходить. Давайте с левой стороны, сверху, снизу. Давайте я по толстому. Огнева там добейте, сейчас кастовать будет. Так, давайте, подавление вышло, играем подавление. Давайте, ОЕ по толсту. А, ебать. Играем подавление.
Давай, рост. Да, там давайте рост, захиливайте, стража, давай на, ману, на хп гейм, кидайте руки. Дедмайн, давай, тоже геймпой. Вот им сейчас подавление сливайте, просто не трогайте, чтобы пауэ не вышло потом, че, мелкие потом не вышли. Играйте в подавление, там дохиливайте. Давайте 100% уже так захиливайте. Не бейте толстого, сейчас с него мелкий трэш пойдет. Блин, сливаем мавье по толстого. Так, на танка тапки надо кому-то на мой спик? Че там танка на мой спик? Наруч надо кому-то. Слав, тебе надо? Они на кого нас улили? Ну, сова, я думаю, ну, даже СРС-ки обычные лучше. На сову первое время это заебись, зап. Так, ладно, на лидера сейчас на этого зайду. На... блять, как его там? На приста. Лишний ГП схватил. Поставь каждый сам за себя здесь. Спасибо. Мизантропа будет хилить на синдре, на одного босса. Может мне холипалом зайти? Да не, не надо. Мне не жалко, когда. Ну, скилла так хватает. Заберите большого. Не, я могу шамы. А нафиг вы агрессите дракончик? Да чтоб сразу. За их бан не дадут? Нет. Могут. Могут. А кто, кстати, шею
забрал. Близнец-то. В смысле, а паладин там хил у тебя, он нормальный. Просто на платформе да, не надо, и зайдет на 10%. Так что ты за ачивка, я не понимаю, что это все эти рассветы, как прям весело спать. Да ну его нафиг еще и бан потом получить. Что? Там можно закрыть? Нет. Ну, если надо будет, я зайду другим хилом, и шам, и холибал, там, если надо будет. ДПС и так нет, то АМС, куда ты, блядь, зайдешь? Подожди. Подожди, сейчас 25 лет убиваешь, там дает тебе звание Сияния Рассвета. Да, она сейчас, блядь, укажет весь пояс. Угу. Там пятая пати, получается, хилы 5 человек. Да пуль! Да подожди, что вам не скажу? Да вон три хила, тут рядом уже пуль. Блять, как ты понял, что он сказал? Ну, чё стоим, давайте. Вперёд. Ларим дракона. Лайф забери, отойду на 30 секунд. Нет. Нет. Значит, мемчик такой прочитал, кекнул даже немного. У мусульманина спросили, почему ваши девушки одевают платки. Мусульманин вытащил из кармана две конфеты. Одну в обертку, другую без. И сказал, выбирай. Человек выбрал обертки и взорвался. Дайте второго дракона, агрите, наверх ведите. Давайте поднимаемся наверх, сейчас она будет захиливаться. Давайте хилимся, там кто не хилится, что-то жалите. Кто не хилится, тот ест. Дайте диван. А все, не надо. Так, где там пряник? Если он близко резать и пряника. Так, а что ты там делал?
Так, давайте, тут фулбаф, давайте. Так, одевайте там фрошмот, 5 хилов. Ну там никто не сакает, ничего. По хилам скажу, когда надо будет великом стопнуть. Кушайте рыбу. Реально тряпки в фрошмоте выжить. Притяжку, короче, пережить без дефа. 2 часа идем. Дайте каску по престам. Что там еще, лапу дайте. Дайте труба. Дроиды, дайте лапу, алло. Чек на пол. Йоу. Дайте им по 5 пристану. Я, конечно, все понимаю, но зачем тотем сопротивления огня стоит? Не знаю. Давайте все тут спускаем танки. Да, подожди, подожди. Стойте, стойте. Готово? Дайте мне 5 по пристам, лав, дай по пристам ответь. Все, знали? Как они быстро. Спулили. Бля, чулочка, это ХП, если мы падаем. Так, смотрим, 2 хила, милики бейте. Хлопнули и вернулись. Не стакайте ничего. Смотрим, сейчас притяжка будет. Кто вздыхает? Притяжка там, глыба, это ХП. Давайте, притяжка. Бежим. Понятно, он одинок в Гаваране. Да он там только надо срочно. Не резать его. Додайте, синдру, сейчас взлетка будет. Смотрим, глыбы наверх, крип вниз. Давайте, метки вниз. Метки бьем точно, без дот. Так, справа близко падает. Бейте склепы точно. Слева возле склепов падает. По центру падает. Я вылетел в ринг. Сзади на лестнице падает. Разбиваем. Ты погиб бы неплохо. Скажешь, когда зайдешь. Давайте, 2 хила собачьем, играем. А я живой остался? Нет. А, что толку говорить? Давайте, притяжка, готовьтесь. Беги, малышка, беги! Так, 1 хил нормально, врываемся. Дайте рост шамана. Попробуйте по телу дать, да. Мне не надо, потратим. Милики, аккуратно там не вздыхайте. Чтоб до лича откатился. Вон, сейчас звездка будет. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Так, ушли метки. Давайте, я в метки, вы там сами смотрите, сами бейте. Слева далеко.
Страв близко. Скажи, отожги на хп, если оно будет, он сам реши. Слева. Перед склепом. Давайте два хила нормально. Давайте притяжка сейчас будет. Беги, малышка, беги! Так, один кило сапочок, играем, лаух, ты тут? Каракарис и лауха. Давайте бьем, переводим 2%. Че, успеем? Нет, давайте помогу, постакаю, ладно. Так, давайте, фаза пошла, все под босса выносить, смотрим, на ком будет метка сейчас. Так, Рога, давай под босса, ушли милики. Мизантроп, пресса и мамбинку. Так, бьем скреп. Герцогиня под босса, притяжка, это скреп не бить. Скидывайте стаки. Дайте гимны на ману. Беги! Хильте лайфа, сейчас умрет. Хильте, хильте. Следующий подбосс, а мелики стоят. Лавах подбосса, ушли мелики, ушли. Сразу разбивайте. Скинули и вернулись. Разбивайте. Следующий тоже подбоссов понесете, там хила собачонка, даю гимн. Лизнь ТТМ подбосса. Разбивайте. Не удачно. Так, мизантроп под босса, ушли милики. Разбиваем. Там 5 хилов освобожденка, аккуратно. Вообще 2 стака просто. Рейд ничего не стакает. Блудлайн под босса. Сатрадай на хп гимн, если есть. Разбивайте склеп. Притяжка не бьем. Дайте гимн на хп этот мой. Следующих сторону. Слава в сторону. Давайте, милики, идите склеп бейте. Милики склеп. Следующий под босса. Что, собачонки нету вроде. Просто под босса. Милики ушли. Ушли милики. Мы разбиваем. Следующий под босса тоже. Мизантроп под босса. Мизантроп, беги, беги, мизантроп. Отошли от мелька, отошли милики. Так, что там, разбиваем. Следующую сторону. Да, следующий подбосса будет притяжка подбосса. Ушли милики. Че это за хуйня? Вау. А это как это так? Беги, малышка! Падайте. Либо кто-то стаунтил во время дыхания, либо я хз. Даже повернулся. Нормально. Дыркуль. Это просто Синдра голову повернула, в рейд и дыхнула. Угу. В боку дырка, да? Лёд. Нет, за что? У меня всего 5 стаков было отморожение.
меня тупо не захилили. Стак хилы были под освобожденкой, зачем надо было стакать? Понятно. Джерри, он-то тут? Ништяк. Поставишь-ка. Смотри, кто-то карателя. Угу. Нормальный сера? Ну, пойдем. Не для средних умов. Ну... По-моему. Не для канала, короче, да? Ну, он, не знаю, затянутый, по-моему. Поставишь-ка. Сейчас. Поставь. Блядь, я не знаю, вот меня сегодня за день 4 раза выкидывает, короче. И порой такая хуйня бывает, что я каждый день. Фишка в том, что соединение разорвано, пишет, да? Я, ну не знаю, минуты 2 не могу на сервак зайти. Что за хуйня? С чем проблема? Хер его знает. Да. Ебать. Будьте здоровы, наверное. Ну вот там какая? 9-я серия уже в этом. Карай, на звук леса не ходи. Уже полностью весь сезон вышел. Ну, я на русском смотрю, так что. Девятая. Я там на русском. Они ж сразу выкидывают Netflix полностью сезон. Стыкните. Бля, все бы сериалы так выкидывали сразу. Там замесов мало таких было, интересно. В первой серии, по-моему, и в середине еще где-то. Сейчас подождите, не бафайте. Не, Магнабоя там хватает. Полная. Бинка, калька, где вы там заходите? Сейчас захожу, у меня просто ДБМ почему-то не работает, я не знаю, что с ним. Он не работает? Но мне удобнее, когда мне высвечивается, что на мне стаки. Давайте в суд, может, их лбафы дать. Так, что там, каску раздайте, МП5 раздайте, интеллект дайте. Кушайте рыбу. Что там, пряник? Кто это, Назул, ты там зайдешь? Да, я релогаюсь, меня вы не погружаетесь. Ну, я Вовку релогаюсь. Что там заходишь? Да. Ты видишь нас? Да, вижу, все. Баф, так дайте, пожалуйста. Так, что-то прямо не хватает, смотрите. Давайте чек на пол.
Half-Life, а с Голдшом там. Да я сейчас, идите. Скажи, когда будешь готов. Ну, рыбу пожру сейчас 2 секунды. Дайте лапу. Дайте лапу. Да как? Давайте, идемте вниз. Хилимся, заводим. ДК и делови. Дайте рост. 4-2 хила собачонка, дайте рост. Ну, рост дайте, слышно, не? Хитки пряника. Смотрим, протяжка сейчас будет. Милики, там не вздыхайте с собачонкой. Давайте, смотрим, сейчас бежать надо будет. Беги, малышка, беги! Дэдмай, ты с нами? Хлопчик, весай Дэдмайна. Давайте, рейд наверх, метки вниз, резай. Давайте, метки вниз, рейд наверх. Мизантроп, бреснешь после фазы. Давайте, прячемся, по центру падает. Не бейте склеп, за которым прячемся. Кружок не бьем, с правой стороны падает. Бейте с правой стороны скрепы, фуловые, по центру падает. Справа падает, близко возле скрепа. Разбиваем. Давайте вы скрепы охуенно бьете, я вам скажу. Да вообще прям. Я никогда не видел. Слева склеп стоит, они блядь, сидят, Синдру убьют. Толстые тысячи склепа сидят, топят. Ой, кого ты там долбишься? 2 секунды. Притяжка смотрит. Бежи. Долбит на лед. Так, один хил нормально, милики. Эрденис так эти. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Вниз метки. Так, с правой стороны близко возле склепа падает. По центру падает. Дайте инры колонцу. Справа падает. Бейте, стоп по склепам, не бьем, только самые правые бьем. По центру падает, стоп по склепам. Разбивайте. Так, один хил собачонка под босса будем нести. Смотрим на пометку. Давайте, ушли мелики. Разбивайте сразу. Следующий под босса будет притяжка. Лаух под босса, ушли мелики. Так, один хил собачонка, нормально. Этот не бьем, ждем.
Малышка, беги! Давайте, разбивайте следующий под босса тоже. Разбивайте. Милики, стоим, ждем. Пим под босса. Сразу разбивайте. Блять. Следующую сторону. Бейте со скрепы. Пим, кто там? В сторону. Коломец, в сторону. В сторону коломец. Милик, идите ковыряйте скреп колонца. Не надо так сильно под морду выносить, чтобы дыхание не убило. Следующий под босса. Дедмайт под босса. Ушли милики. Сразу разбивайте. Так, под босса. Сейчас притяжка. Сторожил под босса. Этот не бьем. Стоим, ждем. Беги, малышка, беги! Следующие в стороны будем добивать. Давайте, разбивайте следующую сторону. Коломец в сторону. Все, добивайте синдру. Следующий тоже в сторону. Дима в сторону. Дай сакру. Сейчас ставь. Вы можете в разные стороны разносить, а не в одну, блядь. Дресайте там павших. Колечко король тебе надо кому-то? На успех. Вань. На креста зашел. Вы часами, что ли? Чё? С сталиком, наверное. Часы, говорю, забрать, что ли, хотел Синдра или чё? Да не, там... Брайхан там больше не надо было, чё, просто ДПС, а тут больше. Сталик. Покрите, рольте. Так, надо кому-то обычные завыватели. Хлопчик, а ты в РК? Слушай, я тебя, наверное, сейчас заменю, тебе ИП накину, ну, потому что ДД от тебя мало. Хорошо? Сейчас, подожди, накину.